В отставку! В отставку! В отставку! В отставку! Мы видим, что кризис, который втянула нас власть, рукотворный кризис, продолжается, увеличивается безработица, меньше становится доходов у всего населения нашей страны. Цены вздуваются не только на тарифы, но и на товары первой необходимости, лекарства. Власть разбазарила триллионы народных денег, и они всплыли в карманах олигархов. Да, мы говорим о том, что этот курс не должен больше существовать на нашей земле. Перед выборами 14 марта мы видели, как первые лица государства со всех экранов, во всех программ верещали по поводу того, что цены будут по тарифам снижены. Ничего не делается в этом плане сегодня. Выборы кончились, и закончилась эта говорильня. Мы сегодня требуем в наших резолюциях обязательного остановления этого неразумного вздутия цен, и чтобы эти цены были заморожены на уровне января 2009 года. В крайнем случае на уровень инфляции. Именно так гласит закон, который принят был в рамках действующих до этого правительства. Сегодня плохо живется пенсионеру, ветерану, молодежи, среднему работающему поколению, милиционеру, ученому, врачу. Никому сегодня хорошо не живется, кроме этих новоришей. Попробуйте получить квартиру. Попробуйте быть уверенными за то, что тебя не сократят завтра с работы, не выгонят и не дадут пособия. Попробуйте серьезно заболеть, и мы увидим с вами ту великую советскую власть, которая лечила бесплатно, давала образование бесплатно, и на фоне этого сегодня безобразия, дороговизны при проведении операции мы увидим то великое счастье, которое потеряли. Наша Родина — Советский Союз. Мы выступаем сегодня за братство наших всех народов. Нет этой национальной розни, которая травит сегодня и растаскивает Россию. Не менее циничным и не менее пагубным является сегодня для всей нашей страны, позором для всей нашей многонациональной России, развернувшаяся русофобия, шествие фашистских ветеранов, и трудно их назвать ветеранами, этих негодяев, которые стреляли в наш народ, в нашу советскую армию. Эти прихвостни фашистские, эти циничные недобитки сегодня встают, и вокруг них еще собирается молодежь. Это понятно, кто организовывает и кто делает. Причем накануне великой нашей победы нам навязывают также прийти сегодня вместе с нашими победителями-ветеранами по Красной площади натовским войскам. Мы говорим, не бывать этому. Мы поднимем всех ветеранов, все наши силы для того, чтобы сказать «нет». И нам непонятно поведение сегодня ни МИДа, ни нашего главнокомандующего. Правда, вчера Медведев осудил это, но прошло ведь несколько дней после этого. И была тишина, и не было осуждений. Уважаемые товарищи и друзья, нас стало здесь, в Москве, приходить на наши мероприятия все больше и больше. Но мы еще недостаточно активны с вами, чтобы эта власть почувствовала свой крах, как она почувствовала через Калининград, Архангельск, как она почувствовала через Сычево, Подмосковье, или Галич в Костроме, или Балаково в Саратовской области. Когда 15-17% взрослого населения приходят на площади, да здравствует наша Родина, да здравствует наша победа, да здравствует великая дата 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мы все равно победим, свергнем этот курс и все сделаем для того, чтобы наш народ был хозяином на нашей земле. За нашу борьбу и победу! Ура, товарищи!